лицом. Ни сало, ни лицом наверх. Все, не затело. Итак, вспомним схему. Первый фигура. Общий круг шестером. 8 тактов на по шоссе налево и 8 тактов направо. Я надеюсь, все будет. Главное, не останавливайтесь слишком рано. Целых 8 тактов. Вот друг. Дальше. Вторая фигура – это соло кавалер. Кавалер меняется местами, кружится за правую руку. Дамы, когда кажется, справа один из другой, тройки по диагонали. Так, как сейчас, справа по диагонали. Потом оставаясь на той же стороне с другой дамой, а потом возвращается на свое место. Третья фигура – это мулинея дам. 4 такта за правой руки и 4 такта за левой. А следующая фигура – это в тройку, взявшись за руку. Вы сейчас стоите вперед 2 такта, назад 2 такта. А потом каждый со своей визави делает дозадор. Но дозадор можно просто обойти правым плечом. Не взять в спину. И, наконец, давайте попробуем вспомнить, уже формулируем. Последняя фигура с переходом. Тройки, которые смотрят на балкон, поднимают руки. А тройки, которые смотрят в комнату, правая дама, первый троек, заводит сначала, ну, не будем сейчас идти, заводит сначала в одни ворота, ближайшие, за спиной кавалера возвращается в другие ворота и потом обходит эту тройку. Я надеюсь, все вспомнили. Если что, помогайте друг другу. Итак, три ворота.